Личный состав построен, форма как с иголочки. Это первое, на что при проведении таких мероприятий обращают внимание. По словам начальника областного главка, порядок при работе полицейских должен быть во всем. Это смотр проводится для населения Самарской области, это смотр проводится для нашей собственной внутренней организованности. Наше население должно знать, что есть силы, которые способны его защитить, обезопасить. Показательные выступления элиты правоохранительных органов, бойцов отряда специального назначения показывает личный состав в хорошей форме. Тут же навыки задержания преступников на транспорте демонстрируют инспекторы ДПС. Кроме штатных сотрудников за порядком на улицах, с марта этого года следят и общественники, среди которых активисты ночного патруля, народного контроля и добровольных народных дружин. В их состав входят более 1000 человек по всей Самарской области. Отличившихся во время охраны общественного порядка поощрили благодарственными письмами и грамотами. Среди них и Алексей Колотов. На улицах большое количество административных правонарушений совершается. Хотелось помочь органам. Общегородской смотр окончен. Полицейские записывают приметы преступников, находящихся в розыске, и отправляются на службу. Павел Баймаков, Константин Головин. События.